Четко, да? Попал. А я не попал, не понял. А, сюда касательно. Хорошо. Ты пошел, получается, я тебя продавил, и ты касательно пошел вниз. Ага. Такой вещь не очень глубоко предназначен. Сначала держишь меч.
Куда-то я там прогнулся. Давайте, чтобы так нелепо не замечалось, можно развивать пол. А, то есть после защиты развития? Да. А то есть, если бы я не двигался, ты бы попал бы. Я вовремя почувствовал начало движения. Шагом надо посадить. То есть там. Там, да. Thank you.
Большие проблемы для меня создаешь.
Потому что вот через такую штуку мне придумать, как тебя хорошо заковать. Все правильно. Если я иду, пытаюсь купить тебя, да, я просто пускаю с ним. Поэтому я должен сверху. Вот так. Сейчас, давай, перезаснем.